Общестроительные работы крупнейшего в России перинатального центра завершены. Внутри лечебных корпусов идет внутренняя отделка помещений и монтаж оборудования. Инвестор параллельно занимается благоустройством территории. Проектом предусмотрено 6 парковочных площадок практически на 500 машиномест. Вокруг зданий до конца сентября строители планируют выложить тротуарные дорожки, а также сделать места для отдыха по типу мини-парков. Мы выполняем работы по укладке твердого покрытия, асфальтного покрытия, территории, плюс брусчатку выполняем, это ходовые пешеходные дорожки. Если говорить о общей площади, в том числе озеленения, это более 30 тысяч квадратных метров. По нормативным срокам такие масштабные объекты строятся 7 лет. Перинатальный центр в Сургуте возведут чуть более чем за 3 года. Он строится на условиях государственно-частного партнерства. Партнер – группа ВИС. Ее в проекте представляет ВИС-инфраструктура. Холдинг вкладывает собственные деньги в строительство объекта и дает гарантию качества. На техническую эксплуатацию в течение последующих 7 лет после окончания строительства. Мы принимаем работу, качество выполнения работ, качество применяемых материалов. Тот подрядчик, который выполняет работу, у него есть прорабы, которые принимают работу. После них принимает работу генподрядчик, который работает здесь. И наш отдел технического надзора уже принимает все принятые предыдущими исполнителями работы. Самый масштабный подобный проект в России. С такой его оснащенностью и мощностью. Многоэтажное здание из 3 блоков рассчитано на 315 коек и 165 посещений в одну смену. Здесь запроектировано более 1500 помещений. Возможности клиники позволят принимать до 10 тысяч родов в год. Светлана Чонцева, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.